Всем добрый день. У нас традиционная встреча с правоохранительными органами набережных Челнов. Сейчас до нас будет доведена общая ситуация по городу, я думаю, что по Татарстану, по России, общие моменты, ну и в частности, на которые стоит обратить внимание в повседневной нашей жизни, в повседневной нашей работе. Идет снижение количества правонарушений, и это происходит каждый год, за что я очень благодарен, ну, буквально всем, каждому. Для усиления контроля обстановки в общественных местах активно развивается система «Безопасный город». Мы можем, в принципе, в пределах как своей компетенции оказать необходимую юридическую помощь. Литейный завод – это тот завод, который создает основу практически производства КАМАЗа. Полномочий достаточно обширных прокуратуры здесь нет, поэтому всегда есть возможность обратиться в прокуратуру. Если есть вопросы, ну, можно ли через меня, либо остаться сейчас в частном порядке, задать их. Очень важно, чтобы сотрудники КАМАЗа были постоянно в курсе всех событий. И у нас периодически организуются и проводятся встречи с администрацией города. Но по моей линии важную часть составляют это встречи с руководителем правоохранительных органов. Раз в два месяца руководители правоохранительных органов, управление Министерства внутренних дел, управление Следственного комитета, управление Федеральной службы безопасности и прокуратура приходят в трудовые коллективы, на заводы и проходят вот такие вот часовые встречи. Здесь крайне важно, что люди получают информацию из первых уст, имеют возможность услышать ту информацию, которая не всегда бывает и в средствах массовой информации, обратиться непосредственно к первым лицам. И такие встречи всегда заканчиваются такими злободневными вопросами, с которыми не всегда придешь в дежурную часть управления внутренних дел или в приемную прокуратуру. И на эти вопросы всегда есть ответы. Если нет ответов, то всегда они отрабатываются. Каждый вопрос ставится на контроль, как по линии администрации КАМАЗа, так и по линии соответствующей правоохранительной службы. В течение года ходим все заводы и всегда находим отклики со стороны работников нашего предприятия.